It's about time. Хайо, огоньки, Кальцифер с вами на экране StarCraft 2. А в предыдущей серии что мы сделали? Не знаю. Что-то мы сделали. Так. У нас есть грейды. Надо качнуть грейдики. Так, лаборатория, что тут? Контейнер. Кристалл все еще растет, и над ним образовалось поле антиметрии. Гравитационная аномалия, неизвестный феномен. Подозреваю, что кристалл вытягивает энергию прямо из корабля, но не могу отследить, как он это делает. Его молекулярная структура настолько сложно дифференцировано, что может сравниться со структурой живого организма. Созданная им замысловатая форма поддерживает прочность вещества, но при этом позволяет ему сохранять удивительную гибкость. Сплав, сделанный на основе вещества этого кристалла, мог бы стать совершенно ударопрочным. По вашей просьбе я провела исследование проб тирозина. Похоже, что это типичный веспен с весьма необычными органическими примесями. Для чего он может использоваться? Газ определенно влияет на химические процессы в мозге. Думаю, его можно применять в качестве наркотика или стимулятора. Наркотика, говорите? Просто чудесно. Просто отлично. Осуждаю, какую осуждаю стимулятора. Опачки. Улучшение брызг в арсенале инженеров дополнительно увеличивает запас прочности. Улучшение брони. Разработано все. Броня — это броня. Я, кстати, абсолютно проебался, когда выбрал вот здесь турельку, а не броню. Это просто ошибка века. Ошибка ошибок. Все еще не доверяешь мне, брат? Пока не определишься, обсуждать нечего. Понял. Это тоже чертов псих, Джимми. Вечно мычит себе что-то под нос и цацкается со своими куклами. Ну и ладно, разнообразие вносит. Кто-то же должен компенсировать твою утонченность и изящные манеры. Да он же ненормальный, братуха. Я понимаю, что иногда у всех немного сносит башню, но тут случай особый. У него явно не все шестеренки на месте. Допустим. Ты знаешь, к кому обратиться? Почему бы нет? Отряд мне всегда нравится. Отряд, я считаю, надо брать. Так, в арсенале мы все посмотрели, да? Мародеры, огнеметчики. Так, тут Хорн. Что скажешь об этой зашифрованной передаче? Честно говоря, я не знаю, сэр. Если тоже действительно фантом, то понятно, почему Менгск пытается вас стравить. Но ведь и тоже явно что-то скрывает. Если мы хотим победы революции... Ты прав. Мы должны быть уверены в своих союзниках. Должны быть уверены в своих союзниках. Чё тут перед экраном ходишь? Перед камерой. О.
Уходим, уходим. Мои люди основали на гавани колонию. До недавних пор все было в порядке, но внезапно связь с колонией оборвалась. Они не отвечают ни на одной из частот. Нужно выяснить, что случилось. Может быть, они подхватили вирус зергов на Майнхофе. А может, на них напали протосы. Джим, я боюсь, что случилось что-то ужасное. Что-то ужасное. Гавань уже близко, но сигналов от... Сэр, на орбите флот протосов. Они блокируют сообщение с колонией и, похоже, приводят орудие в боевую готовность. Джим, остановите их. Мэтт, соедини нас с протосами. Посмотрим, как они настроены. Энтара Тосадар, Джеймс Рейнер. Я вершитель Силендис. Нам хорошо известно о твоей храбрости и заслугах перед Айуром. Энтара Тосадар, Силендис. Послушайте, при всем уважении я должен попросить вас отозвать флот. Люди на гавани не представляют для вас угрозы. Наши наблюдатели обнаружили, что колонисты заражены спорами зерков. Их необходимо уничтожить. Если ты желаешь сделать это сам, мы отзовем флот. Джим, некоторые из моих людей заражены. Но вы же не дадите протосам уничтожить всех. Если вы сможете выиграть время, я найду лекарство от заражения. Единственное средство от вируса зергов – это полное уничтожение инфицированных существ. И ты знаешь, что это так, Джеймс Рейнер. Я вылечу их, Джим. Поверьте мне. Если же ты намерен помешать нам, то будь готов к славной битве. Выбор за тобой, Джеймс Рейнер. Мы ждем твоего ответа. Так, выбор, ага. Защитить колонию, принять в конфликте с протосами сторону тиранических беженцев. Это разозлит протосов, но даст колонии шанс начать новую жизнь. Доктор Хэнсон продолжит поиски вакцины от заражения, что приведет к научному прорыву в изучении зергов, вне зависимости от результата. Уничтожить колонию, объединиться с старыми союзниками протосами против тиранских беженцев. Доктор Хэнсон сочтет это предательством, зато колония будет очищена от очагов заражения. Протосы согласились поделиться своими знаниями в обмен на вашу помощь. Тут прорыв, тут в будущем возможно полностью лекарство от зерговской болезни вот этой будущей, а тут просто как бы речка исследования. Тут прорыв, возможно миллиарды людей спасет в какой-то момент, да? А тут просто речка исследования получается. Ну и мы не попиздимся с протосом. Конечно же, я выберу нашу сторону. Я не собираюсь смотреть, как вы выжигаете целую колонию, Силендис. Пока есть надежда, мы будем сражаться. Тогда я почту за честь сразиться с тобой. У тебя прекрасная репутация командира. Надеюсь, ты оправдаешь ее. Спасибо, Джим. Спасибо огромное. Что бы ни происходило на гавани, мои люди не заслужили смерти. Мы справимся с вирусом. Я найду лекарство. Давай, давай. Джим, протосы приближаются к колонии. У нас нет никакой защиты от их оружия. Придется взорвать этот воздаятель, пока протосы не сожгли всю планету. Ариэль, соберите всех на главной базе. Если воздаятель пробьется к ней, все кончено. Будем рассчитывать на их методичность. По дороге они будут уничтожать все поселения, одно за другим. Ты совсем не изменился, ковбой. Бросаешься, очертя голову, в самое пекло. Я решил, что помощь тебе не помешает. Задействовал старые связи и раздобыл чертежи викингов. Они летать могут и по земле шагать. Гениальное изобретение. Джим, воздаятель черпает энергию из протосских нексусов. И его щиты абсолютно непробиваемы. Как вы его остановите? Легко. Сначала уничтожим нексусы, а потом и воздаятель. Не волнуйтесь, Ариэль, мы их остановим. Мазершип сначала не уничтожаем. Сначала уничтожаем нексусы. Понял. Кстати, Винки, я настроил
Гамму. Теперь должно быть чуть поярче вам смотреть. Я вычислил местоположение протосских нексусов, которые питают щиты воздаятелей энергией. Необходимо разрушить их, прежде чем начинать обстрел корабля. Как скажешь! Часть колонистов не успела добраться до нашей базы. Протосы нападут на них. Нужно подготовиться и дать отпор. Задавим их интеллектом! Что за... Режим готов! Ой, блядь, не справляюсь я нихуя. Пристройка завершена. Война. Приказы будут! Режим готов! А? За делом? За делом? Я вижу воздаятель. Он направляется к базе колонистов. Режим готов. Недостаточно минералов. Что происходит? Режим готов. Не смог спутникового сканера, вызов молов недоступен. Понятно. Выкладывай. Воздаятель направляется к базе колонистов. Круто. Давай, удиви меня. ТСМ готов. Для битвы. Принято. Хорошо. Непременно. А как же? База атакована. Отлегло, Марк! Я уже заждал. Приказы будут? Давай, удиви меня. Бой или дом... ТСМ готов. А? Чего пугать? Улучшение завершено. Готов к трансформации. Режим готов. Давай, удиви. Скорее в атаку. Никто не вечен. Принято. Хорошо. Режим готов. Вперед, к победе. Идите в жопу, сталкеры. Сэр, я засек энергетический скачок. Воздаятель готовится к выстрелу. А? Водишь ты. А с вас дам. Приказы будут? ТСМ готов. Кого подлатать? ТСМ готов. Ура! Сверхурочные! Давай! ТСМ готов! Командир, отряд протосов направляется к кораблям колонистов. Если мы его не перехватим, колонисты погибнут. Это печально, дружище. ТСМ готов! Кто на новенького? Пристройка завершена. Принято. Режим готов.
ладно. Приказ. Войска союзников атакуются дополнительные хранилища. Даешь разбой. Они обстреливают корабль. Мы все умрем. Ой. Что такое? Умри. Улучшение завершено. Забыл, что тут еще и помогать надо пацанам. Кому навешать? Недостаточно веспена. Высылайте подмогу! Высылайте подмогу! Спасибо, рейдеры. Мы полетели. Мы полетели. Колонисты эвакуировали первые поселения, находящиеся на пути воздаятеля. Во время эвакуации колонисты бросили свои запасы ресурсов. Мы можем использовать их. Кому навешать? Я уже заждал. Я создан для битвы. Даешь разбой. Выноси! Давай, удиви меня! Вооружен и опасен! Скорее в атаку. ЭСМ готов. Пошло-поехало. Как скажешь, задавим их интеллектом. ЭСМ готов. Еще бы. Приказы будут? Так точно. Давно бы так. Я не продержусь в одиночку. Давай, удиви меня. Бой! Окей. Протосы добрались до следующего поселения, сэр. А вот оставим их интеллектом. Что происходит? Нексус уничтожен. Идем к следующему. Нужно остановить этот корабль. Выкладывай. Пути. Приказы будут? Да. Чего пугаешь? Есть. Давай, удиви меня. А? Есть работенка. Кого подлатать? Есть, сэр. Есть, сэр. ЭСМ готов. Прочь с дороги. Задавим их интеллектом. Недостаточно минералов. ЭСМ готов. Голиаф на связи. Даешь разбой. На новенького! ЭСМ готов! Доктора вызывали? Ура! Что стряслось? Вооружен и опасен! Что происходит? ЭСМ готов! Доктора вызывали? Недостаточно минералов. Давай! Лев на связи! Даешь разбой. ЭСМ готов. Датчики энергии зашкаливают. Протосы готовятся к уничтожению второй базы колонистов. ЭСМ готов. Недостаточно минералов. Минералов недостаточно. Да, ну, на. ЭСМ готов. Кто на новенького? ЭСМ готов. Внимание! Обнаружена эскадрилья протосов. Она направляется к поселению колонистов. ЭСМ готов. ЭСМ готов.
Присылайте подмогу! Даешь разбой. Чуть не погибли. Спасибо. Колонисты успели уйти из поселения. Еще бы! Умри, умри, умри! Своему наклепали. Отдавим их интеллектом. Что стряслось? Ага. Еду. Давай, удиви меня. Я уже заждал. Приказ. Готов к трансформации. Непременно. СМ готов. Вооружен и опасен. Кому навешать? Я уже заждался. СМ. СМ готов. Так, давай, удиви меня. Я создан для битвы. Вперед, к победе. Приказ получен. СМ готов. Ха-ха. Как агрессивно. Мне нравится. Это по мне. А как? СМ готов. Принято. Это по мне. СМ готов. Кому навешать? Они почти добрались до следующего поселения. Торопитесь. Вооружен и опасен. Приказы будут? Скорее всего. Сейчас мне будет больно. Твою. Высылайте подмогу. Отдавим их интеллектом. Война на пороге. Кому навешать? Выносить. Я уже заждался. Приказы будут? Я уже. Рев на связи. Отлично, еще один Нексус уничтожен. Не давайте им собрать силы. Кого подлатать? Требуется помощь. Они сравняют поселение с землей в любой момент. Уходите оттуда. Ну, хотя со мной. Я не подержусь в одиночку. Бой! Даешь нас бой. Надерем им задницы. Кому навешать? Доктора вызывали? Я не продержусь в одиночку. Месторождение минералов выработано. Внимание! Обнаружена эскадрилья протосов. Она направляется к последнему поселению колонистов. Месторождение минералов выработано. Так точно, сэр! Дайте! Кто она? СМ готов! Умри, умри, умри! Пристройка завершена. Понеслась! Лев на связи. Спасибо. Протосы чуть не поджарили нас.
Прекрасно. Колонисты успели уйти из поселения. Месторождение минералов, улучшение. Завершено. Наши КСМ атакованы. Здесь нельзя строить. Требуются дополнительные хранилища. База атакована. Приказы будут! Месторождение минералов выработано. Давай, удиви меня! Клеров на связи. Брось с дороги! Наши КСМ атакованы. Вооружу! Даешь расход. КСМ готов! Я уже заждал. Бегом, Марк! Окей. Кому наверх? КСМ готов. Я не продержусь в одиночку. Выноси. Даешь на слов. Клеров на связи. КСМ готов. Кому навешать? Даешь на слов. Щиты воздаятеля отключились. Пора нанести удар. Месторождение минералов выработано. Пристройка завершена. КСМ готов! Уйди! Понял! Здесь нельзя строить! Кого подлатать? Вооружен и опасен! КСМ готов! Победа! Протосы прибудут к следующей базе через 20 секунд, сэр. Отбой! Места мало! Недостаточно минералов. Конечно! Требуется... Отбой! Места мало! Клет на связи. Даешь разбой. Воздаятель переместил наш отряд в подпространство. Но это ненадолго. Скоро наши бойцы вернутся. Требуется дополнительное улучшение. Завершено. Вооружен! Я уже заждался! Приказы будут? Давай, удиви меня! Даешь нас! Брось с дороги! Кому навешать? Даешь разбой. Я создан для битвы. Вооружен и опасен. Бегом, Марс! Черт, они собираются применить раскалыватель планет. Мы должны остановить этот воздаятель. Что на новенького? Ваши войска атакованы. Брось с дороги! Отдавим их интеллектом! Даешь разбой. Готов к трансформации. Давай, удиви меня! Гомар! Вооружен и опасен! Посылайте подмогу! Что за спешка? Вот так вот. Превосходно! Протосы отступают! Вы победили! Ура! Победа! Ты правда талантливый командир, Джеймс Рейнер. Надеюсь, что твоя вера в колонистов окажется не напрасной. Достойно. Чё? Три поселения спасти. Я ж три спас.
что ж, пора прощаться, док. Вам предстоит большая работа. Как-нибудь справимся. Надеюсь, у вас не будет неприятностей. Протосы наверняка вне себя. Ничего, мы с ними старые знакомые. Я выручал их несколько раз. Надеюсь, они сделают на это скидку. Знаете, а ведь вы могли бы остаться, освоиться, начать все сначала. У таких, как я, второго шанса не бывает. Я должен закончить то, что начал. Вы хороший человек, Джим. Не настолько. Вот и все, огоньки. Всем спасибо, кто смотрел. С вами был Кальцифер. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, смотрите другие мои прохождения. Всех люблю и обнимаю. Всем удачи. Всем пока. Пишите комментарии.